перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, привет, как дела? Здравствуйте. Бля. Короче, пока что YouTube не заблокирован, да? Это уже очень приятно. Сейчас, короче. Роскомнадзор же обещал говорит, у вас есть время до вечера 14 февраля. Очень примечательная дата, да? YouTube был открыт 14 февраля, и заблочить они хотят тоже 14 февраля. Типа, классно. Ну, посмотрим сегодня до вечера, как будут у нас обстоять дела. Я не думаю, на самом деле, что будет блокировка, блядь, но это совсем уж абсурдно. Ну, в, блядь, Роскомнадзоре, ну уж не настолько же отбитые ебанаты сидят, я надеюсь. Хотя, что-то у людей какая-то пиздула начала происходить. Черный экран постоянно, да, видео не грузится. Видимо, что-то кто-то там шерстить уже начал. Не знаю. Ладно, будем надеяться, что это все наебалово. Поживем, увидим, как говорится, до сегодняшнего вечера. А я вам хочу сказать, что альбом готов. Я его досвел, только что последний трек доделал. Клип доделал. Все доделал, пиздец. То есть сейчас самое сложное — это ждать. То есть 3 дня, да, получается? Сегодня среда, в субботу выходит, ну, 2 дня, не считая сегодняшний. И это... если не заблокируют YouTube, то увидите клип, увидите альбомчик. Окей? Окей. Собственно, что? Пруф. Что-то еще хотел пиздануть. Хотел сказать, что... Блядь. Извиняюсь. Меня бесит не столь факт того, что Роскомнадзор собрался блокировать. Я, конечно, до сих пор искренне надеюсь, что это все очередная тупая провокация. Но просто сама мысль того, что, блядь, из-за прихоти одного человека... Они даже хотя бы, у них есть такая вообще мысль в голове, что из-за прихоти одного человека можно, блядь, просто пойти заблокировать весь хостинг, которым пользуется, блядь, в России, ну, 30 миллионов людей, наверное, ну, без пизды. Просто даже мысль, блядь, такая, это пиздец. Один захотел, нахуй, мнение 30 миллионов людей блокирован. Меня просто бесит, что у них в голове может родиться такая мысль. Это просто полный пиздец. Да, чё с праздником не поздравляешь? Да нахуй этот праздник вообще? Праздник через 2 дня будет. Сегодня хуйня какая-то. Такие дела. Поэтому живем до вечера, но пока что YouTube начал багать жестко. Это заметно, да? То, что просмотры приостановились у многих, лайки, там вот эта хуйня. То, что вот самое интересное, черный экран стал у людей появляться. Заходишь видос посмотреть, даже не обязательно мой, любой. И уже и черный экран, и не грузится нихуя. Это пиздец же. Это очень странно, как минимум. Ну ладно, поживем до вечера, увидим. Я не думаю, что что-то произойдет сегодня. Если получится, буду стримить вечерком. Окей? На Ютубе. А может, не буду, посмотрим. Я думаю, сегодня немножко отдохнуть, пойти развеяться, погулять. Вот. Потому что наконец-то закончена вся эта работа, можно чуть-чуть отдохнуть. Вот. И, кстати, да, вы говорите мне, что это, залей там на iTunes, на Google, мол, вам удобнее так будет.
Ну, короче, не. Я изначально об этом не очень подумал, да, я просто не хотел никуда лить, а сейчас уже времени нет, за 3 дня невозможно это релизнуть. Единственное, будет на Буме, ну, от ВК, да, вот эта хуйня, на Буме будет епиха, просто для того, чтобы у треков обложка была, короче, ВКонтакте, вот и все. А также все, там и ссылка на скачивание, все, все бесплатно, слушайте, как вам удобно будет. Блин, я вот думаю, кстати, на самом деле, в телегу, да, создать уже канал свой, блядь, и хуйню всякую, пенис сюда твой фоткать. Макаронный монстр. Сука. Бля, да, пастафарианство, это я, кажется, я их бог, пиздец. Привет, хуй моржовый. 17-го 6 треков будет. И клип. Вот так вот. Короче, я, наверное, пошел отсюда нахуй. Пока вас как раз 14.88. На этом мы и закончим. Давайте.